Столб под напряжением, который упал во дворе жилого дома, восстановили. О происшествии в социальных сетях рассказали очевидцы. Инцидент у здания номер 3 по улице Сибнисхоз. Опора линии электропередач повисла на проводах. Никто не пострадал. Однако прохожие опасались короткого замыкания или удара током. Телеканал Омск ТВ стало известно, а компания Омск Электро отправила на место аварийную бригаду. Рабочие обесточили ЛЭП, установили упавшую опору на прежнее место и возобновили подачу электроэнергии.